Стук в дверь ночью застал хозяина этой квартиры врасплох. Люди в форме, как оживший страшный сон. Мужчину подозревают в кражах с чужих банковских карт. В это же время полицейские наведались и к его подельнику. Что случилось? Лицо вниз. Работали подозреваемые по старой проверенной схеме. Злоумышленники звонили клиентам разных банков, представлялись сотрудниками службы безопасности и сообщали, что прямо сейчас с их счета, видимо, аферисты пытаются снять крупную сумму. Чтобы этого не произошло, нужно быстро перевести деньги на резервный счет. Потерпевшие верили и выполняли все рекомендации злоумышленников. А потом узнавали, нет никакого резервного счета, все деньги ушли аферистам. Большую часть похищенного злоумышленники выкладывали в криптовалюту, оставляли себе и немного наличных на хлеб с маслом. По местам жительства фигурантов проведены обыски, в ходе которых изъяты банковские карты, денежные средства в сумме свыше 25 миллионов рублей, компьютерная техника, мобильные телефоны, огнестрельное оружие и документы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. Обоих подозреваемых полицейские доставили в отдел. Этот мужчина, похоже, еще не понял всей серьезности своего положения, хотя раньше уже был судим. Якобы на мою карту были переведены денежные средства, какие-то украденные денежные средства. Ну, вы в курсе, откуда они были переведены? Нет. То есть вы не знали, что на вашу карту это переведено было? Не знал. А вот его подельник, видимо, уже все осознал и боится сказать лишнего. Без адвоката не буду отвечать ни на один вопрос. За серию краж мужчинам придется отвечать перед законом. Уже возбуждено уголовное дело. Стражи порядка устанавливают всех потерпевших. Денис Бушуев, Любовь Фомичева, Петровка, 38.